В летний период в Красногвардейском районе по обычаю проходят проверки в школах и детских садах. Сотрудники МЧС тщательно осматривают каждый метр учреждений и проводят инструктаж педагогического состава. 11 июля инспекторы посетили школу номер 188, которую не раз отмечали как пример для подражания при предыдущих проверках. На данный момент в Красногвардейском районе уже было проверена противопожарная безопасность к новому учебному году в 16 школах и 25 детских садах. Ну, особое внимание уделяется путям эвакуации, работоспособности системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, также наличие первичных средств пожаротушения. Кроме этого, значит, ведется авиационная работа, брошюры развешиваются, проводятся инструктажи с рабочим персоналом. В некоторых школах и садах ведутся сейчас ремонтные работы, и пройти проверку здания смогут только после их завершения. Как отметили сотрудники МЧС, нередко бывали случаи, когда рабочие попросту закрашивали пожарные сигнализации или неправильно устанавливали двери. В течение следующего месяца инспекторы проверят другие объекты образования Красногвардейского района. Ольга Казанцева, Борис Аксенов, Екатерина Тестова, Оскар Самиев. Специально для КИ-Инсайдер.